эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание. В общем, что-то все какие-то подгоревшие у меня. В ситуации, при которой очень напряженный и некомфортный информационный фон, да, когда вас постоянно раздергивают на массу всяких разных маленьких дел, задач, каких-то новостей глупых там, и так далее, ваш мозг, он как бы разбежался отдельными нейронами, занимается разной активностью, и вот собраться, сосредоточиться и превратить свою психическую энергию в какое-то конструктивное дело становится очень трудно. И даже какие-то хорошие события происходят, а у вас нет сил им порадоваться. То есть вы как бы так понимаете, что вроде хорошее событие, а радости как таковой нет. И задача состоит в том, чтобы научиться себя, с одной стороны, ограждать от ненужной информации, а с другой стороны, вот, формировать этот внутренний целостный такой настрой на деятельность, которая для нас важна по тем или иным причинам.